Турнир по боксу – ежегодное мероприятие «Арфят-Свиньев». В этом году соревнования проходили между спортсменами Сарова и Заречного под слоганом «Пока мы едины, мы непобедимы». Атомные города – это те города, которые после окончания Великой Отечественной войны обеспечили мир на этой земле. И очень символично, что в преддверии Дня Победы здесь спортсмены из атомных городов просто делают для нас праздник бокса. Это здорово. В связи с пандемией турнир не проводился 2 года, но в 2022 году традицию возобновили. Наконец-то наступили эти ковидные ограничения. Наконец-то мы здесь все вместе собрались. Опять на этом чудесный праздник. Праздники спорта, праздники бокса. Как было уже сказано, бокс, как и любой спорт, он прежде всего в человеке формирует чувство патриотизма, что сейчас для нас очень и очень важно. Поэтому нашим спортсменам, всем спортсменам, желаю честных и ярких побед. Саров выиграл Кубок «Арфят-Свиньев» 2022 с общим счетом 7-4. Горожане активно поддерживали не только свою команду, но и успешные выступления соперников. Ульяна Скрадумова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.